Он хоть и дед, но стрижка модная. Хватается уже за сердце. Вот его жена Руфь. Он говорит, что взял себя помоложе. Ох, шельмец. 81 год. Артур Хикенлупер. На полосе препятствий американского ниндзя. Ох ты, мощное начало. Но правда, второй прыжок подальше. Может, не надо. Но Артур сильно хочет впечатлить свою новую молодую жену. Тазобедренный сустав у него, наверное, заменен. Возможны и хрусталики в глазах. То есть, по сути, это киберпанк-киборг. Еще один прыжок есть. Смотрит, зрение плохое. Что за красное пятно? Это Людка, что ли? Напрыгивает! Ой, на ощупь-то тоже можно спутать. Кожа такая же шершавая. Дальше канат, внизу вода. И Артур ведет себя ровно так же, как когда медсестры приходят его купать. Нет, и все. Вот это выдержка, вот это стоицизм. Мужчина, жена уже готова на все. Да это понятно, говорит Артур. Он вроде как дед, но одновременно с этим он и андед. Люди, видно, предвкушают пышные похороны. Так, это что, придушить кого-то, что ли, надо? Тонкая шея какой-то шпаны, которая топчет его газон. Привычное дело. Итак, пошел прыжок. Ох ты, и цепляется сразу! Что происходит вообще? Артур Хикенлупер! Работник почты на пенсии! Он, видимо, разносил письма в опасные районы. А как появилась электронная почта, так он вообще взбесился! Какой прыжок! Жена в шоке! Видно, у нее ровные новые зубы. И зачем я их ей вставил, сетует Артур. Ну, теперь только выбивать. Смотрит наверх. Че с ботва? Не ожидал ангелов так скоро. Но пока вроде нормально. Артур Хикенлупер готов к следующему препятствию. Что же там? Ух ты, тяжело! Какой-то челлендж проживи в новой квартире студии на 12 квадратов! Зависли там на всю жизнь без перспектив! Но зависает вниз, не свисает. Есть штаны, удерживающие от свисания, это хорошо. Вода, наверное, холодная. Но дальше-то что, прыжки вот на эти боксерские гроши, что ли? Зачем? Пожалейте деда! Там есть потолще, он выбирает потолще! У ведущих мнения разделились. Видно, что Артура помотало по жизни, и это подготовило его к мотаниям здесь. Успешное прохождение очередного препятствия. Но как далеко сможет дойти Артур Хикенлупер? 81 год, работник почты на пенсии, с женой помоложе. Дорогие зрители, мои видео есть еще и на Рутюб, причем такие, которые на Ютуб заливать нельзя, то есть полные эксклюзивы. Будут выходить такие материалы, которые на Ютубе блокируются, поэтому переходите на Рутюб и смотрите там. Первый ролик уже вышел, это финал чемпионата мира по паркур-пятнашкам. Причем это женский финал. Я посмотрел, впечатлился и откомментировал. Дальше на Рутюб будут полосы препятствий со спортивными колумбийками и прочие весьма любопытные видео. Поэтому переходите по ссылке в описании на мой Рутюб канал и смотрите эксклюзивные только рутюбовские видео. Спасибо. Видно, ладони в некоторых местах посветлели. Это уже слезает кожа. Побежал по бревну и с легкостью проходит. Молодые в шоке, они еще не знают. Жестокий мир карьеры в почтовых отделениях, где также бежишь по головам. Что за человек? Демон или ангел? Но это скоро узнаем, когда за ним придут. Есть небольшая отдышечка у Артура. Держит какие-то рукоятки. Это что за препятствие вообще? Это что? Перемещается просто адски быстро. Сползает назад. Артур, ты американец старой закалки. Падать нельзя, Артур. Нельзя. Внизу коммунисты. Собирается до середины. А дальше-то что? Дальше никак. Нужно перепрыгнуть на следующие ручки. Фак. Вот это мужик. Дальше надо скакать и скачет с легкостью. Как же ему помогает сейчас старческое то, что руки не разгибаются. Ой, прыжок высокий сейчас. Начинает раскачку. Вот как он, работая на почте, столько знает о политтехнологиях, а? Вроде встает.
Ведущие несколько раздражены таким зрелищем. Может, они по пятницам и так встать не могут. А тут какой-то старик. Молодец. Вроде ходит. И сейчас, дорогие друзья, у Артура Хикенлупера остается последнее препятствие. Называется Warped Wall, то есть искривленная стена. Почти 4.5 метра. Артур смотрит непонятно, то ли дорога кривая, то ли косоглазие разыгралось. Жестокое падение. Обходится, слава богу, вроде без травм. Артур спокоен. Забрался он очень высоко. Сколько же энергии в Артуре, сколько самоуверенности, дорогие друзья. Откуда он черпает это все? Жена его как будто чуть-чуть постарела. Видимо, она ему постепенно передает свою молодость, как и предыдущие его 8 жен. И цепляется вампир! Ведущие в шоке, они не думали, что он зайдет так далеко? Они даже приз на эту передачу не привезли! Рук не хватает, он цепляется ногой! Это трехконечный старик! И он забрался! Даже партия зеленых орет, хотя, казалось бы, они должны быть против него. Ведь он задерживает им удобрение. Молит, молит, помогите спуститься. Да спуститься, помогите, ну. В чем секрет, спрашивает ведущий. Никогда не сдавайся, никогда. Никогда не поздно стать ниндзей. Это Артур Хикенлупер и его мудрость. Дорогие зрители, желаю вам такого же мега здоровья, энергии, добра, любви и процветания. Если можно, лайк, если нельзя, то подписку в Телеграм. Спасибо за внимание. До свидания.